забыл? А я пошутил. Ну ладно, за такую шутку 5 ты заслужил. Школьничек опять получил оценку 5. Аплодирует косуха, это ж надо так писать. Довольный идет домой, мама не будет ругать, потому что в этот раз получил оценку 5. И он узнает то, что батя ушел за хлебом 10 лет назад. Хейси, привет, Злокер, и сегодня мы вместе с тобой посмотрим новые шорты от Титмауса и постараемся не умереть. В прошлом видосике вы собрали целые 1,9 лайков, поэтому мы снимаем следующую часть. И если ты не знаешь, кто такой Титмаус и что он снимает, приготовься кринжануть на 100%. В общем, будет весело, ставь лайк и погнали. Ну что ж, сигмусы в Майнкрафт от Титмауса, погнали. Полю. Е-мое! Навстречу к ним шагал зеленый сигма зомби. Сигма, че у вас на лицо, все нормально, ведь мы сигмусы. Носим классные усы. Чего? Сигмусы, вырасти усы ты. О май гад, ребята. После этого видео Титмауса я тоже хочу себе усы, чтобы быть сигмусом. Кейслокер Сигма звучит неплохо. Следующий видосик — грустная песня про маленького чушпана в Майнкрафт. О май гад. Плачет маленький чушпан, в речку уронил наган. Нифига себе. Что же делать, как же быть, как его теперь достать? Успокойся, чушпанок. Чушпан жмых. День уже к чуток. Купишь себе новенький, более прикольненький. Снова плачет наш чушпан. Ну ё-моё, ну что опять случилось? Вместе с наганом лежит, а чушпан ревет стоит. Бра. Ничего не понял, но если честно, этот жмыха чушпан меня и вправду пугает. Еще если учесть тот факт, что я вообще не знаю мем про чушпана. Кто это? Пиши в комментариях. Вы любите Roblox, RP и SCP? Тогда тебе точно нужно к нам. У нас есть разные фракции и организации. Вы сможете стать классом D и сопротивляться фонду или помогать ему. Любите хаос? Добро пожаловать в сопротивление. Если же считаете, что важен баланс, можете вступить в спецназ и участвовать в постоянных PvP и PvE. Уверены, что лидер должен жить вечно? Вступайте в гвардию, получайте новые звания и, соответственно, новую власть. Ждем тебя на нашем РП-сервере SCP Roleplay. Ссылка в закрепленном комментарии. О май гад, ты песня про Сигму Паука в Майнкрафт. Сигма Паука стоит на границе. Сигма Паука. Между Казахстаном и Россией. Но пересечь он ее не может, ведь у паучка отвалились ножки. О май гад. Наш Сигма не растерялся, он взял свисток и начал свистеть. Чего? А рядом проходила суеверная бабка. Чего? Подошла поближе и начала. Как ты думаешь, что это бабка Камень сделала с черным Сигма-пауком? Мне кажется, она просто дала ему вот так вот по голове. Ну, либо это добрая бабушка, и она закормила его пирожками до смерти. Лучше вашу версию я лайкну в комментариях. А это комментарий дня, и это комментарий дня. Что сюда попасть, просто пиши свой комментарий. Песня про голодного волка в Майнкрафт. Ура! Про волка! Виляет мужичок, пытается привлечь лисичку, а лисичке пох. Чего? Стоял голодный волк. Подошел поближе и за попу. Волком на жопе. Давай, давай. Двигай попай. О май гад, что происходит? Зачем мужичок подкатывает к лисе, а потом за бычок волк ему кусь за жопу, и он сделал Гангнам Стайл с волчком на жопе. Ну, в принципе, ничего нового. Типичное 1 января в России. Скажи, самолет в прикол в Майнкрафт. Мне уже страшно смотреть это, но посмотрите на это лицо, ребята. Ёлки-палки. Скажи самолет. Самолет. И чё? Снимай трусы и иди в полет. Трусы снимать не буду, а в полет пойду. Так, многоходовочка какая-то. Я полетел в Америку. Типичные твои сны просто. Общаешься с другом, раз и ты начинаешь лететь. Ребята, если у вас такого не было во снах, вы вообще нормальные. Батя ушел за хлебом в Майнкрафт, ребята, мы этого ждали. Родила сына прям перед обедом. О май гад. Батя сразу ушел за хлебом.
Прошел день, прошел два, нету нашего батька. Где же батя, где же он? Вдруг раздался в двери звук. И трех суток не прошло, как вернулся батя. Он забыл забрать с собой карася с пивасом. Ой, ё-моё, блин, кто бы мог сомневаться? Ну хотя бы спустя 3 дня пришел. Он мог прийти вообще в принципе через 30 лет. Ставь лайк, если твой батя тоже ушел за хлебом и не пришел. Все, мои ребята, у нас уже целых 3 подписчика на канале. Спасибо большое. Если не хочешь, чтобы тебя скидывали, сел за 3 секунды, быстрее ставь лайк. 3, 2. Ой, подпишись, то есть, да. В общем, подписался, спасибо. Да, не сделал домашнее задание в Майнкрафт. Маленькое домашнее задание. Я забыл. А голову ты дома не забыл? Ну, конечно. О, боже, какой ужас. А я пошутил. Ну, ладно, за такую шутку 5 ты заслужил. Школьничек опять получил оценку 5. Аплодирует та сухо, это ж надо так писать. Довольный идет домой, мама не будет ругать, потому что в этот раз получил оценку 5. И он узнает то, что батя ушел за хлебом 10 лет назад. Но зато он получил 5. Следующее видео Дед Маус. Ребенок украл у мамы деньги в Майнкрафт. Маленький ребенок ходит по квартире. Мама зовет кушать. Супчик стынет, валил из квартиры. Предварительно у мамки стырив 1000. Так, а почему мамка танцует тверк, если у нее 1000 украли? Ей такое нравится? Купил себе чипсы, теперь гуляй с чиксой. Чупами завидуют богатому мальчишке. Злая мамка истерит, на кухне суп остыл. А сынок доест чипсоны новые купил. Это я понимаю жизнь. Но мы с вами знаем, что будет, когда он вернется домой. О май гад, ребят, я боюсь смотреть всякие видео тык-дык-тык-дык после видоса Дед Мауса про лошадку. И я чуть тогда психика просто не слетела. Следующее видео тык-дык-тык-дык. Лапкой козлик танцует прямо сейчас в Майнкрафт. Это классно! Мне понравилось, это классный козлик. Теперь я хочу козлика домой. То захотел Сигму с хрюшку себе домой. То Чика-бомбони с Сигму хотел домой. Теперь я хочу себе козлика тык-дык лапкой, который делает. Ну все, ребят, приехали. Начало года начинается с пьяного Деда Мороза в Майнкрафт. Пьяный Дед Мороз ходит по двору, детей пугает. Только лишь один смельчак за ним шагает. Мальчик кепки хочет получить подарочек. Подарочек от деда, а дедок с бутылочкой в руке танцует. Дед Мороз, пьяный ног. Кто бы сомневался, что Дед Мороз будет танцевать тверк с бутылочкой на Новый год, как бы. Что удивительного? Обычно 1 января в России. Подари мне подарок. О, заслужил, внучок, он тебе ставит мешок. Пьяный. Ну, спасибо большое за 5 килограмм угля. Это лучшее, что я мог желать на Новый год. Правда. Дед Маус и песня про Сигму, зайку и капусту в Майнкрафт. Поле под луной, стой капусте молодой. И тебя рос вполне веселый мальчик. Мальчик? Вот денек настал и мимо пробегал. Сигма солнце. Голодный Сигма зайчик. О май гад. Съел ребенка зайчик вместо качана. Высрал Сигму пацана. Что? Поле под луной, капусте молодой. Что здесь происходит? Ё-моё, что за Сигма Зайц какает людьми Сигмами? Ребята, помогите кто-нибудь. Песня про Майнкрафт, Новый год 2024. 2-0-2-3, годик старый, уходи. 2-0-2-4, открываем дверь в квартире. Крипер в классной курточке. Крипер Сигма в курточке. По улочке, вдруг увидел, как вдали ёлочка стоит. Это Новый год, дракона отмечают курочки. Рядом Дед Мороз лежит вместе со Снегурочкой. 2-0-2-4, самый новый годик в мире. 5-6-7-8, эти цифры тут не в тему. 2-0-2-4, подпишись, не будь душнилой. Дед Мороз, я так хочу, вместо 3 лямов 4. Да, ребята, не будьте душнилыми. Ставьте лайк, подписывайтесь. Да, и смотрите вот эти видео, они очень смешные и интересные.